общем, нет, люди, я думаю, что настроены уже решительно, потому что как-то отступать, мне кажется, уже некуда. Две недели прошло с выборов, и люди выходят на улицы каждый день. Turėjo tai būti prieš 30 metų, bet geriau vėliau nei niekada. Ir dabar, na, Lukašenkos režimo tai yra pabaiga. Мы не можем.